Самые совершенные динозавры. В эпоху динозавров, которая длилась более 150 миллионов лет, появились сотни видов этих гигантских ящеров. Порой их эволюция принимала довольно причудливые формы, и за столь длительный период среди них появились виды, достигшие совершенства в той или иной форме. Сегодня мы попробуем составить рейтинг лидеров по самым разным параметрам, позволявшим представителям этих видов доминировать на планете. Большинству из нас известны только те виды динозавров, которые стали героями популярных мультфильмов и голливудских блокбастеров. Но не все из них были самыми развитыми представителями своих семейств. Подписавшись на наш канал, вы сможете больше узнать и о менее раскрученных представителях эпохи динозавров. Также при помощи своих комментариев к видеороликам и выражения мнения о них при помощи лайков вы можете поделиться этими знаниями с другими пользователями. Самый большой динозавр. Многие виды динозавров в борьбе за выживание сделали ставку на гигантские размеры. Многих из них можно считать настоящими гигантами по сравнению с животными, населяющими нашу планету сейчас. Несомненными лидерами в этом соревновании стали зауроподы. Представители этого семейства могут считаться огромными даже по меркам эпохи динозавров. Большинству наших зрителей более известны такие представители семейства зауроподов, как диплодок и брахиозавр. Но рекордсменами были не они. Считается, что длина тела диплодоков могла достигать 33 метров, а весили они до 30 тонн. Брахиозавры вырастали всего до 26 метров и весили до 56 тонн. Одним из первых найденных динозавров считается амфицелий. Его останки обнаружены в 1878 году. Позже следы этих гигантов находили в Африке и Америке. Реконструкции, выполненные по этим останкам, говорят, что амфицелий мог достигать длины в 65 метров и весить до 155 тонн. Еще меньше реальных следов оставил нам такой вид, как аргентинозавр. Но даже по размерам сохранившихся позвонков, высотой более 1,5 метра, ученые предполагают, что при росте в 35 метров он мог весить до 180 тонн. Самый кровожадный динозавр. Скорее всего, на вопрос о самом кровожадном динозавре большинство наших зрителей ответит, что это был тираннозавр или карнотавр. Ведь именно эти представители хищных тераподов выступают в качестве основной угрозы главным героям фильмов и мультфильмов о динозаврах. Но среди этого семейства были более опасные монстры, при встрече с которыми могло не поздоровиться даже Тирексу. Примером такой машины для убийства могут послужить маюнгозавры, мапузавры и альбертозавры. По размерам маюнгозавр был вполне сопоставим с тираннозавром, но отличался более короткой головой и мощной шеей. Такая структура тела позволяла ему хватать жертву и трясти ее до тех пор, пока она не умрет. Длина мапузавра составляла до 12 метров, и весил он до 3 тонн. Среди тераподов он мог считаться настоящим гигантом. При этом считается, что охотились мапузавры стаями и могли безбоязненно атаковать даже аргентинозавров. Альбертозавр значительно уступал Тирексу в размерах, но последние исследования показали, что это давало ему серьезные преимущества в скорости и ловкости. И если многие исследователи до сих пор думают, что тираннозавры могли быть падальщиками, то в отношении альбертозавров нет сомнений в том, что он просто настигал и разрывал свою жертву. Динозавр с самой большой силой укуса. А вот в том, у кого из динозавров были самые мощные челюсти, ученые почти не сомневаются. Здесь несомненным лидером является именно тираннозавр. Сравниться с ним по силе укуса могут разве что представители семейства крокодилов и гигантские акулы того времени. По оценкам ученых, его укус в 2 раза сильнее, чем укус наших современных крокодилов. Среди млекопитающих способностью раскалывать зубами кости обладают волки и гиены. А вот челюсти рептилий не позволяют это делать. Челюсти и зубы тираннозавра устроены примерно так же. Они тоже не приспособлены для раскалывания твердых костей, но чудовищная сила челюстных мышц хищника компенсировала этот недостаток. Во время укуса кости жертвы в буквальном смысле лопались, как при возникновении открытого перелома. Мало кто способен противостоять хищнику, получая такие травмы. Самый быстрый динозавр.
Многие динозавры были способны развивать достаточно высокую скорость бега, но среди представителей той эпохи были гиганты размером с автобус и животные размером не больше современной курицы, поэтому сравнивать их скоростные качества стоит в сочетании с массой тела. Согласно недавним исследованиям, с применением компьютерного моделирования, самым быстрым среди крупных хищников можно считать карнотавра. При росте в 7 метров и весе до 1,5 тонн он был способен развивать скорость до 50 км в час. Это быстрее, чем скорость рекордсменов мира в спринтерском беге. К слову, эти исследования показали, что скорость тираннозавра сопоставима со скоростью, которую развивают футболисты во время матча. Этот факт может считаться доводом в пользу теории, что он был скорее активным хищником, чем падальщиком. Бесспорным рекордсменом в беге среди динозавров можно назвать целофиза. Этот небольшой хищный теропод ростом до 3 метров и весом в 30 килограммов бегал со скоростью до 80 километров в час. Примерно такую же скорость были способны развивать галимим, струтомим и орнитомим. Самый умный динозавр. Интеллект живого существа определяется отношением размеров мозга к размерам его тела. У большинства крупных травоядных динозавров, например, стегозавра, мозг имел размеры грецкого ореха. При их огромных размерах говорить о высоком интеллекте, наверное, даже не стоит. Самым умным динозавром бесспорно является траодон. Этот небольшой ночной охотник одно время даже считался предком существ, эволюция которых впоследствии привела к появлению человека. Самый красивый динозавр. Понятие красоты достаточно субъективно, и определить критерии, по которым можно выбрать самого красивого динозавра, очень сложно. Кому-то нравятся спинные гребни и пластины спинозавров и стегозавров, кто-то восхищается шикарными воротниками трицератопсов, для кого-то идеалом служит хищная грация велоцирапторов и аллозавров. Лидером нашего рейтинга мы решили сделать микрораптора. Этот предок современных птиц уже имел частично оперенные передние и даже задние конечности. Последние исследования показали, что эти перья имели переливчатый черно-глянцевый цвет. Подобное оперение сейчас мы можем наблюдать у скворцов. Учитывая, что, скорее всего, микрорапторы были ночными охотниками, можно сделать вывод, что подобная окраска перьев служила исключительно для общения и привлечения внимания противоположного пола. То есть эти перья были именно украшением. Самый бронированный динозавр. Для защиты от врагов многие динозавры обзаводились мощной броней. Есть версия, что воротник трицератопсов тоже был средством обороны, как и пластины на спинах стегозавров. Но без сомнения, самым бронированным ящером эпохи динозавров был анкилозавр и его ближайшие родственники. Их спину, голову и шею покрывали толстые наросты из кератина, материалы из которого состоят наши волосы. В сочетании с низким ростом и широко поставленными лапами, такая защита была практически неуязвимой для когтей и клыков хищных динозавров. Самый страшный динозавр. Научные исследования и реконструкция внешнего вида многих динозавров показывают, что многие из них при встрече с человеком повергли бы в ужас даже самых смелых. Огромные зубы и когти в сочетании с умением быстро бегать и высоко прыгать не оставили бы человечеству шансы на выживание, если бы люди и динозавры сосуществовали на планете в одно время. Среди тераподов есть огромное количество очень страшных хищников. Звание самого страшного из них с легкостью может быть отдано не только тирексу, но и карнотавру, спинозавру, гигантозавру или утораптору. Но несмотря на то, что формально его нельзя считать динозавром, самым страшным хищником эпохи динозавров мы решили назвать мозазавра. Эти гигантские морские ящеры были настоящими королями подводного мира своего времени и практически не имели конкурентов. А учитывая, что в воде человек абсолютно беспомощен перед представителями водного мира, встреча с мозазавром на его территории может считаться самым страшным кошмаром для любого человека. Самый сильный динозавр. Чтобы по-настоящему выявить, кто из ящеров эпохи динозавров был самым сильным, необходимо иметь хоть какие-то данные о возможных схватках между ними и последствиях этих столкновений. На самом деле, ученые крайне редко находят реальные доказательства в виде следов когтей и зубов на сохранившихся останках, поэтому вопрос о самом сильном динозавре вряд ли когда-нибудь получит однозначный ответ.
Понятно, что хищные тераподы в большинстве случаев оказывались сильнее более крупных травоядных ящеров. Именно тирекса, карнотавра, гигантозавра и прочих представителей этого семейства можно назвать самыми сильными динозаврами. Но на деле они были гораздо мельче своей добычи и значительно уступали ей в силе. Многие коренные жители Африки считают самым сильным животным саванны не льва и даже не крокодила, а буйвола. Огромная масса этого животного, помноженная на большую скорость, делает его рога очень грозным оружием в схватке с любым хищником. По аналогии с африканским буйволом, лидером нашего рейтинга в этой дисциплине, мы называем трицератопса. Самый маленький динозавр. При упоминании динозавров большинство из нас представляет себе гигантских ящеров, но среди них встречались очень маленькие животные. Сегодня самым маленьким представителем эпохи динозавров является Oculodentavis. Этот малыш имел размеры современного калибри и был найден в капле янтаря на территории Бирмы. Благодарим вас за то, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам показались интересными эти факты о динозаврах, то на нашем канале вы можете найти много полезной информации о ящерах той эпохи и не только о них.